Кому интересна тема эмалированных значков, ставим лайк. Всем привет от Игоря Павловича. В этом ролике продолжаем выпуск, посвященный тяжелым эмалированным значкам. В данном отрезке будут представлены больше спортивные знаки. На днях представился случай пополнить коллекцию вот этим значком, что и послужило поводу к данному ролику. У меня был до этого вот этот значок, очень похожий. И тут уже волей-неволей пришлось приобрести вот этот значок. Когда коллега увидел, что у меня их серия, пошел на уступки, большое ему спасибо, и отдал, можно сказать, за полцены. Это тоже надо отметить, я думаю, в данном ролике, что есть определенное товарищество, группа среди коллекционеров, я думаю, как в Казахстане и, скорее всего, и в России, то, что не всегда все определяют деньги, каждый старается найти общий язык друг с другом. Кто-то искал вот эти значки, ну не знаю, соблазнят меня деньгами или нет по поводу вот этих значков. А так стараюсь, конечно, что попалось, уже пусть и лежит. Для интриги напомню, что готовим в Караганде для всех коллекционеров сюрприз, значок коллекционер. Если получится, думаю, это будет всем пример. Именно как финансовый продукт будем делать упор. Обратите внимание на даты выпусков вот этих значков. Посмотрите, 57-й год. Большие, мощные значки. Застежка. Посмотрите, какая, сколько времени прошло. Мощь. Вот эту я подготовил, чтобы показать обратную сторону. Да, этот значок, посмотрите, 56-й год. Со временем все начали упрощать. Это горячие эмали были в основном. Художники, дизайнеры работали просто вовсю. Как в фарфоре, так и в значках. Везде чувствовался громадный профессионализм. И вот среди товарищей, друзей, единомышленников в Караганде тоже, я думаю, может быть, какой-нибудь будет достойный значок всех коллекционеров выпущен. Потом передадим эстафету коллегам дальше. Для интриги ничего больше деталей посвящать не будем. Но этого достаточно. Вот парочку, смотрите. Я тоже третий, не знаю, есть, нету. Надо покопаться. Если у кого будет третье место. Пермской области. В 56-й год тоже. Да, застежки, обратите внимание. Есть вот такие. Не каждый любит такую застежку. Но здесь уже дело вкуса. Города. Все история. Очень приятно на глаз. Локомотив, общество, Алга, Кыргызстан. Мило, приятно. Уже спрятался. Вот. Да. Надеюсь, понравился. Не забываем ставить лайки. Для вас канал ИП.